Огромное достижение игроков нижегородской команды Raiders 52. Два игрока легендарной команды по американскому футболу Владимир Купрюшкин и Александр Даниленков попали в состав сборной России. Для любого игрока приятно попадание в состав сборной, тем более попадание не из высшей лиги, а из первой лиги, в которой мы выступали в этом году. Я попадаю в сборную России первый раз, поэтому я считаю, что это очень признание заслуг. Насколько волнительно участие за национальную сборную? Такого волнения я, наверное, никогда не испытывал. Огромная ответственность лежит на нижегородцах. Владимир Купрюшкин, амплуа линейное нападение. Александр Даниленков, амплуа принимающий, впервые были отобраны в национальную сборную страны по американскому футболу. Наконец-то это произошло. И представитель нашей команды есть в национальной сборной. И кроме чувств гордости, больше ничего нету. Очень рад за ребят. Они это заслужили. Работали на тренировках, долго трудились и по праву попали в состав сборной. И уже в ближайшую субботу, 30 октября, нижегородцы в составе национальной сборной страны примут участие в матче против сборной Швейцарии. Сама игра пройдет в городе Базель. Матч в рамках чемпионата Европы группа «Б». Болеем за наших. Служба информации. Владимир Смирнов, Артемий Катков, Валерий Шакуров.